Новый министр культуры Самарской области Татьяна Мардуляш окончила Оксфордский университет и до декабря 2020 года занимала пост директора по развитию Государственной Третьяковской галереи. На посту министра она сменила Бориса Илларионова и выразила уверенность, что им еще удастся эффективно поработать вместе, а также поблагодарила его за вклад в развитие культурной жизни региона. Я надеюсь, что моя работа на этой должности будет не менее успешной. Я надеюсь, конечно же, что культура займет важное место в жизни каждого жителя Самарского региона. Включая всех присутствующих. Да, включая всех присутствующих. И встречаться в театрах и в музеях, а не только в Белом доме, станет для нас доброй традицией. По словам губернатора Дмитрия Азарова, к культурной жизни области Татьяна Мардуляш и раньше имела прямое отношение. Будучи заместителем директора Третьяковской галереи, она способствовала открытию филиала на Самарской земле. Напомним, он разместится в здании Самарской фабрики кухни и в полную силу начнет работать в 2022 году. И этот проект, он остается приоритетным, его мы с вами уже и в новой должности должны довести до конца, безусловно. Потому что это огромный творческий прорыв будет и прорыв культурной жизни для нашего региона, никаких сомнений здесь нет. Татьяна Мардуляш является вдохновителем и других культурных событий области. В частности, она была одним из организаторов фестиваля «Волга-фест». Губернатор Дмитрий Азаров попросил коллег поддержать министра на начальном этапе работы и создать комфортную командную атмосферу. Виктория Шарая, «События». Сюда.